Реальное путешествие, история, ставшая легендой. Выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина» открылась в Государственном музее Востока. Нам показалось очень интересным, как человек в 15 веке, русский человек, побывал во многих странах Востока, проникся их культурой. И мы попытались, несмотря на всю сложность этой статьи, проиллюстрировать его хождение музейными предметами. Ковры, домашняя утварь, живопись – все это рассказывает о культуре стран, которые посетил тверской купец. Путешествие длилось более 5 лет. Русь, Персия, земли современного Азербайджана. Одно из самых ярких впечатлений оставила Индия. На выставке ей посвящены и видеоматериалы. Уникальная возможность посмотреть на путешествие 15 века глазами кинематографистов 20-го столетия. Фильм «Хождение за три моря» демонстрируется в одном из залов выставки. Его создателей тоже можно назвать первооткрывателями. Лента стала первым опытом масштабного сотрудничества советских и индийских кинематографистов. Подробнее о создании картины рассказывается в соседних залах. На стенах афиши кинофильма, они тоже являются частью экспозиции. Картина вышла в прокат в 1958 году. В съемках участвовали как известные, так и начинающие актеры. Мощные, яркие впечатления о фильме, как о сказке. О сказке, где побеждает настоящий герой. Еще один раздел – эскизы декораций и другие материалы к кинокартине. Тверское княжество, строение с востока, костюмы, предметы интерьера. Эти экспонаты для выставки предоставил Государственный центральный музей кино. Есть уникальные совершенно эскизы, которые так называемые дорисовки. Это художник Зоя Морякова. Ее задача была делать эскизы для комбинированных съемок. То есть раньше это делалось так. Сначала отрисовывался эскиз, на котором оставались пустые фоны. Он фотографировался. Соответственно, потом фотографировалась массовка отдельно. Потом делалась накладка двух кадров и делался третий кадр, который, собственно, и входил в фильм. Посетители остались довольны экспозицией. Истории и подобные путешествия Афанасия Никитина весьма вдохновляющие. У меня, наверное, вот с детства есть две любимых книжки. Это вот Афанасия Никитина, как он красочно изображен, и другая — Садко. Нам даже сейчас сложно представить, как можно преодолеть это расстояние пешком. Для кого-то кажется, что это и на самолете-то долететь долго. Меня впечатляет сила духа человеческого. Эта сила в свое время помогла преодолеть тысячи километров пути. Подробности описал сам Афанасий Никитин в «Хождении за три моря». А современному человеку атмосферу того странствия помогают прочувствовать и сотни экспонатов, которые организаторы собирали около года. Алексей Пименов, Александр Мартынов, ТВ «Брикс».